преддверии празднования 65-летия новокузнецкого хоккея спортивный интернет-телевидение Кузбасса решило приехать в Екатеринбург, чтобы вместе с экс-игроками новокузнецкого «Металлурга» поздравить всех любителей хоккея с этим замечательным праздником. Приехала на стадион «Уралец», чтобы пообщаться с экс-игроками новокузнецкой хоккейной команды. Сейчас играет, живет в прямом и переносном смысле и тренируется екатеринбургская команда «Автомобилист». В составе этого клуба есть и экс-игроки Новокузнецка. Именно здесь раздевалка екатеринбургского хоккейного клуба. Попали на игру двух молодежных хоккейных команд. Команда из города Екатеринбург «Авто» и города Ханты-Мансийск «Мамонты Югры». Сегодня должна быть жесткая и, конечно, интересная игра. И здесь без поддержки старших товарищей на трибуне, конечно же, не обойтись. Многие мастера наблюдают на трибунах за игрой молодежной хоккейной команды. И экс-хоккеиста Кузни не